Артисту Могилевского областного театра «Лялек» Миколаю Стешицу присвоено звание «Заслуженный артист Республики Беларусь». Отповедный указ напередодні подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Миколай Стешиц скончил театральное училище Днепропетровска. После у его жизни были набережные Чалны, Ташкент, Слоним и Брест. У одном из интервью актер признался, что задумывался про то, как покинуть театр. Менавіта тады его зауважил могилевский режиссер Олег Жужда. У нашем театре Миколай Стешиц уже больше за 15 годов и за этот час стал одним из любимых актеров публики. У минулом годе он стал лауреатом национальной театральной премии за роль у спектакля «На дне». А сёлета Миколай Стешиц представил премьеру моноспектакля «Синяя-синяя». Постановка отримала высокую оценку шматликих международных фестивалей.